Во Владивостоке со специальным визитом побывали российский космонавт Федор Юрчихин и правнук Константина Циолковского Сергей Самбуров. В городе состоялись церемонии гашения филателистической серии в честь 60-летия полета первого человека в космос. Эксклюзивный выпуск называется «Владивосток, Восток, поехали» от проекта «Почтовое приключение». Он включает в себя 100 конвертов, 100 специальных марок с изображением Юрия Гагарина и 10 3D-деревянных марок. Почетные гости пообщались со всеми желающими и ответили на их вопросы. Я родился в Калуге, адрес простой, улица Циолковского, дом номер 1. И там в Циолковском был кабинет. И ко мне приезжали, там, ну, в семью приезжали к бабушке, и Гагарин, и Титов, и ученый, и Королев приезжал. Королева не запомнил, потому что он на 100-летие Циолковского. А Гагарин запомнил, бог такой приехал, небожитель, всем шапки кидали. А тут он приехал прямо на выпуск, погладил, говорит, иди. Приходи к нам, космонавт. Пошутил, но я с дуру поверил, стал космонавта готовиться. Ну, в общем, Господь меня не допустил до этого. Потом я Бауманка окончил и стал работать в КБ «Королёв». Вот уже 45 лет там работаю. Одна из церемоний прошла в галерее «Централь», где сейчас проходит выставка самоваров. Там гости могут увидеть уникальный самовар. Его привезли с космодрома «Восточный». Раньше он поил строителей и гостей космодрома, а теперь сложилась традиция. Перед запуском в нем готовят чай и устраивают настоящее застолье. Екатерина Зверева, Анастасия Лихман, новости на 8.